Отметим, что обед для детей льготной категории стоит сегодня около 25 рублей, для школьников, питающихся платно, около 60. Дети не должны обедать только макаронами, заявил уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев. Главное, чтобы бесплатное питание, которое получают дети из малоимущих семей, было сбалансированным, чтобы школьники ели и мясо, и рыбу, и курицу. Ранее ситуация с питанием платников и бесплатников возмутила эксперта ОНФ в Забайкальском крае Сергея Илясова. Порции платников и бесплатников заметно разнятся. Если одни за 30 рублей на завтрак получают порцию макарон с мясной котлетой, хлеб, сладкое и чай, то другие – пустой гарнир, огурец и хлеб.